Любители театра с нетерпением ждали творческий вечер художественного руководителя театрального центра «Жаворонки» Михаила Ильина. В зале собрались друзья и близкие, постоянные и случайные зрители. Это лирическая часть, военная часть, часть песен и стихов, которые я писал специально для спектаклей. Их очень много, поэтому вошли, наверное, в наш спектакль «Самое лучшее». Много очень детских стихов, точнее, стихов для детских спектаклей. Вот это такой блок театральный. И заключительный блок – это «Философия жизни». Ольга Кобецкая открыла концерт стихами Михаила Ильина и на протяжении всего вечера знакомила публику с интересными фактами из жизни и творчества автора. В концертной программе приняли участие артисты музыкального ансамбля театра под руководством Ивана Лосарыба и актеры Народного театра «Крылья». Несите мой стон над водой ледяной. Скажите, что жду, что люблю, и что помню и губ, и руки, и взгляд дорогой. Очень приятно всегда работать с тем материалом, который он дает. Во-первых, он всегда предлагает, то есть вот он чувствует, кому что подходит. Да? Он говорит, вот не хочешь вот такие мои стихи почитать, а вот ты не хочешь спеть вот такую мою песню? И это очень приятно, потому что он действительно попадает. Ты читаешь этот текст, слушаешь эту песню, понимаешь, насколько ты можешь передать те эмоции, которые он хотел в это вложить. Была проведена большая подготовительная работа. В разных частях программы каждый зритель мог окунуться в атмосферу любви, прочувствовать всю боль и тяжесть военного времени или вернуться в детство ненадолго и поразмышлять о жизни. Как верно отметила Ольга Кобецкая, Михаил Ильин – самый настоящий человек-оркестр. Миша – уникальный человек. Ему Господь Бог дал огромное количество талантов. Он пишет картины, он сочиняет пьесы, он пишет стихи, пишет музыку, он поет. Он играет в театре, потому что он профессиональный актер. Он умеет все мастерить своими руками. Он настолько талантлив и разносторонен, мне кажется, нет ничего, что он не может. Вот с любой просьбой люди идут к нему. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».